конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Здравствуйте, меня зовут Дожаева Малика, мне 8 лет, город Москва. Я буду рассказывать стихотворение Тютчева «Зима недаром злится». Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. И все засуетились, все нудят зиму вон, и жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, та ей в глазах охочет и пуще лишь шумит. Сбесилась ведьма злая и снега захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и горя мало, умылась и в снегу, и лишь румяней стала, наперекор врагу.